Вспоминаю проклятые ельцинские годы. Годы без Путина, без стабильности и без патриотизма. Тогда свобода была в такую же диковинку, как и первые мобильные телефоны. Тогда телефоны нужно было регистрировать, и к большой цветной импортной коробке прилагалась маленькая закатанная в пластик бумажка, на которой и был номер регистрации. Уже тогда эта регистрация была полной фикцией, ибо там стояло название какой-то вымышленной организации, либо фамилия человека, которого ты никогда не знал. Потом эти глупые регистрации отменили, и дело было закрыто. Я воспринял это с радостью, потому что отец рассказывал мне, когда еще до моего рождения он ходил регистрировать наш радиоприемник «Урал», а потом уже на моей памяти мы ездили регистрировать наш первый телевизор «Рубин». Я помню, как мы заполняли анкету, где указывалась фамилия отца и наш точный фамильный адрес. Я спросил отца, зачем это нужно. И он объяснил, что время сейчас такое, а это были 60-е годы, вокруг враги, и если они на нас нападут, то будет приказ, и мы сдадим наши радиоприемники и телевизоры куда следует, чтобы враги не рассказывали нам всякое ненужное. Это было в моем детстве, во Львове, и новость о том, что путинские ребята предлагают регистрировать уже не только сим-карты, но и телефоны, вызвала у меня приступ прекрасной ностальгии. На меня вдруг вдохнули КГБшные советские времена, когда одуревшая власть жила исключительно войной и гнала туда пинками своих граждан. Я рад, что Россия возвращается в мое детство. Вдумайтесь, какие наступают веселые времена. У граждан миллионы телефонов, огромная часть их куплена на каких-то китайских распродажах, часть собрана из каких-то кусков. Телефоны везут из Америки, Дубая, Берлина. Черный рынок телефонов в несколько десятков, а то и сотен раз превышает официальный. Теперь представляем, как это будет. На улицу выйдут ряженые казаки, которые уже будут заставлять граждан выворачивать карманы и требовать показывать телефон и регистрационную карточку. Тех, у кого не будет карточки, будут бить плетками. Но потом плетками будут бить самих казаков, потому что серые телефоны найдут и у них. Проверять регистрацию поручат тетушкам и верным Кремлю мотоциклистам. Потом всей этой шушере нужно будет для Кремля написать отчет. Но поскольку сейчас мобильники имеют все граждане России, кроме одного человека, то они напишут: «Проверили всех, кроме Путина. Но ему мы верим». Гражданам предстоит увлекательное стояние в длинных очередях, чтобы регистрировать телефон, снять его с регистрации или принести справку из полиции, что ты его потерял. И точно так же, как сейчас, под футбольной наркотой народ радуется повышению пенсионного возраста, все будут радоваться и регистрации телефонов. Жаль лишь я не испытаю этой умиленной радости, потому что живу в другой стране, где, конечно, издеваются над людьми, но не до такой степени. Матвей Гонопольский.